And now, ladies and gentlemen, it's time for your co-main event of the evening. 3 5-minute rounds in the 56-kilo flyweight division. Let's take a look at the competition. And now, his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He is a grappling specialist, standing 1.60 meters tall and making weight at 56 kilos. His record, 11 wins and 1 defeat. Fighting. Ну что ж, дорогие друзья, у нас предпоследний бой программы «Со». Главное событие. Поединок в наилегчайшем весе. Весовая категория до 56 килограммов 700 граммов. Курбан Гаджиев против Жозе Мария Томе. Жозе Мария Томе представляет Бразилию. Курбан Гаджиев представляет Россию. 11 побед, лишь одно поражение у Курбана Гаджиева. 37 побед, 6 поражений у Жозе Марии Томе. Интересное прозвище у бразильца. No chance. Без шансов. Я так понимаю, без шансов для соперников. Легко бойцов различать на самом деле. Перчатки с синим скотчем — это бразильский боец. И перчатки с красным скотчем, соответственно, боец, представляющий Россию. Жозе Мария Томе далеко не новичок в турнирах ACB. Он уже принимал участие. По крайней мере, в октябре прошлого года проиграл он болевым приемом Оскару Оскарову. Первый раунд. Начало первого раунда. Курбан Гаджиев работает вторым номером. Да, отдает инициативу своему сопернику. Жозе Мария Томе, кстати говоря, участник турниров UFC. Дважды он выступал в этом промоушене и оба раза для себя неудачно. Проиграл оба раза техническим нокаутом. Сначала Джону Лайнекеру. И затем Дастину Ортису. Это случилось в августе и в ноябре 2013 года. Бой у нас перешел в партер. Скидывает себя Курбан Гаджиев бразильского бойца. И посадкой переводит его обратно в партер. Зарабатывает тейкдаун. У Курбана Гаджиева, кстати, прозвище «Питон». С намеком на хорошую работу как раз таки в партере, потому что питоны, они сами знаете, что делают со своими жертвами. Хорошо душат, да. Да. И по служебному списке Курбана 5 побед нокаутом, либо техническим нокаутом, и 5 раз он как раз таки выигрывал приемами. Хорошо начинает разбивать Курбан своего оппонента. Жозе Мария пытается выкрутиться, вставь на ноги. Опытный бразилец, не впервые ему оказываться в таких ситуациях, естественно. Но что касается Курбана, для него это второй турнир в промоушене ACB. Впервые он дебютировал в августе прошлого года и победил болевым приемом, точнее удушающим приемом в третьем раунде Арсена Микиганова. Участвовал также в турнирах Fight Nights один раз Курбан Гаджиев. В турнире «Оплот», а дебютировал по профессионалам в июле 2011 года. По-прежнему Курбан Гаджиев находится в атакующей позиции сверху. Время еще есть. Да, в хавгарде потихонечку разбивает своего оппонента, прижатого к сетке. Головой к сетке. Но вот здесь очень важный момент для Курбана — не дать встать сопернику. Не дать стать сопернику, а в идеальном варианте забрать спину. Да. Все к этому движется. Вот сможет ли бразилец развернуться лицом к Курбану? Мы видим, контролирует ситуацию полностью Курбан Гаджиев в партере. И мы видим, удается ему удается встать все же бразильскому бойцу, но при этом в таком не очень выгодном положении Жозе Мария Томе находится. Вставляет колено бразилец.
И попытка подхватом перевести обратно бой в партер. Но разрывает захват. Показывает Курбан Гаджиев, что у него есть небольшие проблемы с перчатками, там скотч. Ну, все очень быстро устранено, и поединок продолжается. Вытягивает на себя опять Курбан Гаджиев соперника. Меняет стойки бразилец. Бразилец очень опытен. Подхватывает ногу, да, и переводит Курбана в партер. Но мастит Курбан, не дает плотно закрепиться в маунте. А вот здесь вообще попытка болевого со стороны. Да, болевого на колено. Была. Вытаскивает ногу и аккуратно надо быть Курбану Гаджиеву, дабы не попасться на болевой прием. Бразилец очень-очень опытный профессионал с 2004 года. С далекого 2004 года. Уже, да, уже можно сказать, что с далекого. И, кстати, не знал поражений до 2008 года. 4 года выступал без поражения Жозе Мария Туме. В общем-то, это показатель, на мой взгляд. И выступал, кстати, достаточно часто, проводил поединки. Помимо UFC, участник таких турниров, как ШУТУ, известный в Латинской Америке промоушен. Ну, можно долго не рассуждать по поводу карьеры Жозе Марии Томе. В общем, клеймо UFC говорит само за себя. Если боец участвовал в UFC, это уже уровень определенный. Проиграл он или выиграл, неважно. Главное, что уже участвовал в UFC. Ну, я, конечно, с определенной долей иронии об этом говорю, но тем не менее, учитывая, что UFC сейчас это номер один промоушен в мире, так далее и тому подобное. Итак, у нас сейчас начнется пятиминутка. Жозе Мария Томе против Курбана Гаджиева. Напомню, перчатки с синим скотчем — бразильский боец, перчатки с красным скотчем — Курбан Гаджиев. У нас второй раунд. Вы слышите угловых Курбана Гаджиева, которые призывают своего бойца не отдавать инициативу, не давать работать бразильцу на скачке. Хороший жесткий внутренний лоу-кик Курбана Гаджиева. Вы слышите все сами. Нужно провалить Гаджиеву соперника. Хороший левый. Прямой от Гаджиева. Лоу-кик от бразильского бойца. И опять хороший левый навстречу от Гаджиева. Попытка прохода в ноги от Курбана, но при этом он... Но все равно накатывает, удается ему накатить. Да-да-да, и... там была опасность. Эксайд-контроль со стороны Гаджиева. Будет ли он прыгать в маунт, либо этой позиции ему будет достаточно для развития атаки. Но очень опытный, очень резкий бразилец. Он встает, хотя и отдает голову, но тем не менее удается Жозе Марии Томе встать. И снова бойцы работают в стойке. Разорвали дистанцию. Идет вперед бразилец. Обозначает атаку.
лоу-кик от Жозе Марии Томе. И еще один. Огрызается хорошим ударом справа Курбан Гаджиев. Подгоняют бразильцы его угловые, требуют от него больше активности, больше работы первым номером, собственно, что и пытается сделать. Хороший сейчас справа запустил такой свинг Курбан Гаджиев. В обмен на плаву от бразильца. Не достал сейчас Томе. Еще один жесткий правый. Курбану стоит добавлять к этому правому что-то еще. Мне кажется, одного удара здесь мало. Опа, хорошо попадает Курбан Гаджиев, но опять не развивает атаку. Но попал очень плотно, там даже было слышно. Выцеливает Курбан эти одиночные попадания правой рукой. Из 6 поражений у бразильца 2 поражения нокаутом, либо техническим нокаутом, и 4 раза он проигрывал приемами. И ни разу не проигрывал по очкам. Так что здесь шансы есть у Курбана, если брать сухую статистику. Есть шансы не портить статистику поражений бразильцу. У нас второй раунд, и мне кажется, что, по крайней мере, Гаджиев точно не устал. Да и бразилец вполне неплохо передвигается. Вот нужно Курбану добавлять к этим точным ударам, одиночным, добавлять серии, на мой взгляд. Прекрасная комбинация. Да. Да, правый прямой, перевод в партер от Курбана Гаджиева. Зарабатывает он очередной, еще один тейкдаун. Пытается застегнуть гард Жозе Мария Томе, но пока безуспешно. И здесь нужно работать, да. Нужно работать Гаджиеву. Попытка треугольника была со стороны... О, хорошая позиция у Курбана. Надо бить. Но опытный бразилец попытался сначала встать, а затем, в общем, избежал проблем. Опять-таки опыт бразильского бойца позволил ему избежать серьезных неприятностей, потому что позиция была достаточно критическая у бразильца, и были шансы у Курбана. Посмотрим, как будут развиваться события в третьем раунде. Ничего еще в этом поединке не ясно. И может произойти все, что угодно, и в любую сторону. Итак, у нас финальная пятиминутка в этом напряженном поединке, где, наверное, больше такой тактической борьбы. Хотя случаются и размены, но очень непродолжительное время. Жесткий удар сейчас пропустил Курбан Гаджиев. Хороший момент для бразильского бойца. Пошел вперед бразилец. Жестко попадает коленом он Курбану. Ну, я думаю, что бразильцу нужно форсировать события. Обостряет Жозе Мария Томе. Лукаш Посадский прерывает поединок.
Ага, вылетела капа у Курбана Гаджиева. Продолжает наседать Жозе Мария Томе, причем не опасаясь пропустить удар навстречу. Но он понимает, что он... Хороший лоу внутренний от бразильца. Проигрывает, ему надо идти вперед. Но тем зрелищней бой, тем лучше для нас с вами. Попадает Курбан. Хорошо. Хорошая посадка от Курбана Гаджиева, но... Прихватывает ногу, но бразилец силен, и есть все шансы у него встать и даже, может быть, перевернуть ситуацию. Мы видим, пытается забрать спину бразильский боец. Но смотрите, что делает Курбан Гаджиев. Переворачивает ситуацию. Он в халфгарде. Ну и, конечно, здесь... Нужно надо быть аккуратным, очень да, аккуратным. Бразилец опытен, и в принципе любой бразилец, который занимается смешанным единоборством, естественно, бразильское джиу-джитсу — основа основ, одна из, поэтому работать внизу в партере для бразильцев привычное дело. Привычное дело абсолютно. И мы видим, что активно защищается Жозе Мария Томе. Сумел он застегнуть треугольник, но получится ли? Дожать, додержать, да, насколько да, хватит. Внимательно смотрит Лукаш Посадский за происходящим в октагоне. И смотрите, локтем в голову. Активно работает бразильский боец. Связал он Курбана Гаджиева и практически ничего сейчас не делает, не может сделать Курбан, к сожалению, для себя. Ну а бразилец молодец, у него есть шанс, и он им пользуется. Потому что второго шанса такого уже может не быть за 2 минуты конечно, до конца. Конечно, конечно. Жестко локтями обрабатывает снизу голову. Бразильский боец, ну тут все предельно ясно. Сейчас в хорошем положении бразилец, несмотря на то, что находится снизу. Он связал Курбана Гаджиева, застегнул треугольник. И вопрос, сможет ли расстегнуть этот треугольник Курбан Гаджиев, учитывая, сколько осталось времени до конца поединка. Ну, по факту уже поединка, да. Смотрите, как работает бразилец. Мало того, что он застегнул треугольник, он еще обрабатывает локтями голову Курбана Гаджиева, но... Сумел все-таки Курбан Гаджиев выйти из этого непростого положения. Я думаю, сейчас он накажет бразильца за эти 2 минуты проведенные. Курбану нужно возвращать все пропущенное и упущенное, соответственно. Подтащил бразильца к сетке Курбан. Соответственно, меньше пространства у Томе. Но, тем не менее, опытный бразилец встает, широко расставляют ноги, дабы обезопасить себя. Но, тем не менее, смотрите. Прекрасный тейкдаун. Со стороны Курбана Гаджиева. Другое дело, что он отдает голову опять. Застегивает гард. Ну, 20 секунд уже по-любому должен он дотерпеть, не отдать. Вытащит ли голову Курбан Гаджиев? Вопрос вопросов. Опять он в непростом положении. Опять шанс у бразильца. Я думаю, 10 секунд спокойно дотерпит. Он даже пытается активничать Курбан. Вы слышите все сами. Угловых Курбана Гаджиева. Додержался Курбан. Бразилец сделал все, что смог. Бразилец был активнее во второй половине третьего раунда. И мы дождемся очень скоро судейского решения. Поединок оказался очень напряженным и прошел всю отведенную дистанцию.
After three hard-fought rounds in your co-main event, the judges have rendered their decision. We go to the scorecards. The judges' scorecards are 29-28, 29-28, and 30-28. Your winner by unanimous decision from the red corner, Kurban Python! Решением судьи в этом напряженнейшем поединке оказался победителем Курбан Гаджиев. Наши поздравления ему и огромнейшее уважение его сопернику.